Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Чё? Здесь вот эту футболку одеть. Мне больше нету ничего. Одевай. И кофту даунту. Какой? Ведь это весна. Давай. Да? Господи, как ты надушился. Всем добрый вечер. Так, сумка, кошелек. Привет, Ева. Я не спала, чтобы застилать деловой такой. Ты же сегодня можешь спать. Я это все оставляю, да, вот это? В комнату к тебе унесу. Я поехала с девочками встретиться. Часы возьми там у них. Где? Вот они лежат. Арома меня повез. Меня повез в центр. Там резиночки порвались, в финале они лежат. Там совсем чуть-чуть осталось. Помада Никс. Не знаю, какой оттенок. Вы чем с бабушкой занимаетесь? Хватит три! Ну, один, чтобы держался, блядь. Ну, ты меня задача. Прошла экзамен. Я сдала уже экзамен на пятерку. Все, у меня каникулы до середины или до конца февраля. Я уже не знаю. Даже не знаю, какого у меня на учебу, но где-то... В конце февраля ближе. Так, держи часы. Рома, уже время больше. Свет выключить? Здесь ничего не надо? Ой, что такое? Тапок. Я у бабушки. На какой каток ходили? Я, кстати, давно мы так на коньках не катались, да? Около 57-го класса. Включи, все. Свет. Допустили. Ну ладно. Так, что, все взяла? Рома, куда я могла пирсинг-то деть? Я вообще не понимаю. Ой, на улице так холодно. Ой, спасибо. А Наташа на работе. Привет, Настя! Ой, что холодно в машине, да? Ну, ты же вроде... Что холодно. Ну, ты же только что приехал. Мы с девочком посидим, поболтаем. Господи, я уже такая домохозяйка стала, давно не выходила из дома. Да я до часов 10-11, куда я больше? Я еду в О2. Да, в О2 она называется, не знаю. Нет, не клуб, я не хожу в клубы. А, завтра поедем на мультик, Ева спрашивает. Ой, Ева, видно будет, да? Да? Ну, это типа кальянная или что, я не знаю. Там кафе, бар, кальянная, я не знаю. Со мной мои одноклассницы, короче, вообще. Хорошо, мы, если что, позвоним тебе. Слушай, а ты хочешь,
где ты маму подождешь? Где маму подождешь? Мы сядем рядом. А? Болтается, напрягает. Напрягает? Ой, ты руль держи, главное, если мама. Ладно, давайте я еще зайду. Так что, наконец-то, могу кататься. А я в прошлый раз в твоих коньках каталась. Они вот мне чуть большие. Я в своих, потому что вообще не могу кататься. Мне прям пальцы в последний раз так все там сжало. Я прям думала, умру на катке. Спасибо, кстати, за коньки. В общем, я еще зайду чуть позже. Марик, я сейчас подъеду в отеле. Не, я номера свои не раздаю. Все, всем пока, еще зайду.